Здравствуйте, Люсана. Рада видеть сегодня у нас в гостях. Пусть чуть с опозданием, но все-таки позвольте вас поздравить с вашим юбилеем, прекрасным юбилеем. Я хочу спросить, как ощущения, как вы себя чувствуете? Это как-то отразилось на вашей жизни? Во-первых, благодарю за приглашение, за то, что вы каждый раз уделяете внимание и мне, и нашим печатным журналистам. Мне это очень приятно. По поводу того, ощущаю ли я свой возраст, я бы сказала, знаете как, это самый расцвет сил, на мой взгляд. Время, когда человек приобретает опыт, жизненный опыт. И, на мой взгляд, я сейчас уже могу смело смотреть в будущее. То есть, приобретя уже какой-то жизненный опыт, пройдя какие-то ошибки, да, и я сейчас уже могу сделать какие-то выводы и двигаться вперед. На самом деле, в отметке 50, как мне кажется, сходится в моем случае женское, личностное, материнское, профессиональное. Вот это все, мне кажется, у меня сошлось именно в 50. Сейчас, я так думаю, мне не нужно никому ничего доказывать. Я самодостаточный, самоуверенный. Может быть, это чуть-чуть неправильно так говорить, но я уверенный в себе человек. Подойдя вот к 50 годам, я так себя чувствую. И это прекрасно. Люсана, это очень глубокий ответ, но все-таки вернемся, наверное, к истокам, корням. Какие они? Откуда у вас творческая жилка? Корни творчества, мне кажется, все-таки из моей семьи. Я, во-первых, родилась в таком интереснейшем ауле, где, вот если взять все черкесские аулы в целом, мой единственный, мой аул, Алибердуковский, дал столько творческих людей, сколько все аулы в целом не дали. Понимаете? То есть я в таком живописном, во-первых, месте родилась, ауле Алибердуковском, где каждый, наверное, десятый журналист или писатель, или поэт, кто не знает Мухаддина Бемурзова, кто не знает Мухаммеда Нахушева, это величайшие поэты и нашего народа. Вот такие люди у меня родились в ауле. Ну, помимо этого... Такие, кстати, они же, вот, например, Мухаддин Бемурзов, Хасин Шоров, вот они были моими наставниками в школе, да, они прививали мне любовь к родному слову, к истории своего народа, к культуре своего народа, да и в целом Карачаево-Черкесии. Ну, а если уже... Что касаемо моей семьи, действительно, я родилась, могу сказать, в творческой семье. Если чуть-чуть копнуть глубже, то в Черкесии моя бабушка была одной из самых знаменитых гармонисток. А вот ее дети, мой родной дядя был народным певцом Карачаево-Черкесии. Кстати, моя первая книга посвящена именно ему, Шевхужев Галим Давлетович. Вот, чей бархатный голос до сих пор помнит наш народ и даже представители других национальностей. Вот, мой отец очень красиво пел. Такой прекрасный голос у него был. Кстати, не имея, ни Галим не имел музыкального образования был, и ни папа не имел, просто вот Всевышний одарил вот... Самородки. Да, самородки, совершенно верно, самородки. И все-таки, Люсана, кровь не вода. Я помню, что вы выпускали диск с песнями вашего родного дяди, который был действительно гениальным народным певцом. Это несомненно. Это, несомненно, был. Во-первых, правильно было отмечено, что мой родной дядя, не имея музыкального образования, до сих пор на слуху у народа. Настолько был действительно гениальный самородок. Человек, который просто любил музыку, сочинял музыку, пел, выступал на всевозможных фестивалях. Его награждали дипломами первой степени.
степени, не имея музыкального образования. Mm-hmm. Ну и папа был, как я отметила, действительно, папа был безумно влюблен в музыку. Он каждый раз, вот когда мы оставались дома, я видела, как папа про себя поет, какие-то патриотические песни, какие-то лирические песни. Конечно, это все не могло не сказаться mm-hmm. и на их, на его детях, да. Но помимо творческого воспитания, у меня папа человек, по примеру которого я, например, сейчас живу. Мой отец нас учил жить по канонам Адыгэхабзэ. Mm-hmm. Я никогда не забываю, когда он нам говорил, вот я могу это на своем языке сказать, «Мэвэчэкуам шахочэйэвэш», если тебя ударили этим булыжником, mm-hmm. ответь хлебом. Даже это уже дает понять, как жить нужно человеку. То есть он всегда учил не опускаться до уровня злых людей. Добро ведь всегда возвращается был. Mm-hmm. Я убеждена в этом. Нужно действительно всегда ценить и добро, и относиться к людям с добротой, потому что оно действительно всегда возвращается. Люсана, у меня такое ощущение, что вот в ваших ладонях поместится весь мир. Вы до такой степени открыты этому миру человек, и рядом с вами абсолютно разные люди, и каждый из них по-своему исключителен, и у вас к каждому есть подход. Спасибо огромное вот за такую оценку, но на самом деле я живу, знаете, по каким принципам? Я очень искренний человек. Просто надо быть искренним, и все. И больше ничего не нужно. Когда человек искренен, когда человек говорит, что думает, он счастлив. Абсолютно. И люди, которые его окружают, тоже так же счастливы. Поэтому тут абсолютно даже не нужно думать, почему так происходит. Mm-hmm. Просто надо быть искренним и родным человеком. Сейчас очень редко, когда человек может говорить то, что думает. Люди ходят в каких-то масках, да, и хочется человеку улыбаться, он плачет. Наоборот, хочется человеку плакать, а он улыбается. Вот таких моментов у меня нет. Если я хочу, я плачу. Если я хочу, я улыбаюсь. Хочется теперь поговорить непосредственно о вашей любимой профессии, национальной прессе, которой вы отдали уже больше 2 десятилетий. И мне кажется, вот здесь вы себя нашли. Наша работа не из легких. Не из легких. Я всегда говорю о том, что нужно искренне любить свою профессию, особенно журналистику, чтобы в этой среде преуспеть. Это очень важно. Сейчас я считаю, что газета и сейчас сохраняет важность существования. Да, сейчас век каких-то информационных, да, вот технологий, mm-hmm. но все-таки газета, я буду повторять это всегда, газета является летописцем народа, именно народа. Сейчас хотелось бы сейчас вот коснуться столетия, нашего столетия. Mm-hmm. В этом году 100 лет нашей газете «Черкесхак», так же, и как и газете «Карачай», mm-hmm. мы в этом году отмечать будем столетний юбилей. Mm-hmm. Поэтому часто обращаемся к архивным материалам. И вы знаете, я о чем думаю? Когда листаешь вот эти старые-старые подшивки, mm-hmm. понимаешь, что там именно сохранилась история и культура каждого народа. Я не mm-hmm. хочу никого обидеть, но газета на сегодняшний... Я считаю, что газета должна существовать, существовала она, существовать должна и сейчас, и в будущем. Люсана, раз мы заговорили о газете, это единственный печатный орган на черкесском языке. Столетие – это большой юбилей, это глобальный юбилей. Какие-то мероприятия будут организованы? Хочу, знаете, сказать о том, что мы то счастливое поколение –
которому, повторюсь, посчастливилось отметить вековой юбилей нашей газеты. Хочется, чтобы в дальнейшем газета процветала. Хочется пожелать, чтобы у нас были содержательные материалы, чтобы они были злободневные, чтобы наши читатели, преданные читатели, действительно всегда были рядом с нами. К столетию нашей газеты мы начали готовиться еще в конце прошлого года. То есть запланировали очень много мероприятий, которыми, конечно, мы хотим отметить вековой юбилей нашего издания. Я могу даже сказать, что подготовительный этап, именно подготовительный этап мероприятий практически полностью завершен. Я более того скажу, мы провели несколько уже мероприятий, приуроченных столетию. К примеру, волейбольный турнир в Хабесском районе прошел с участием очень многих команд. Что было важно для нас, чтобы в этих вот именно мероприятиях участвовала молодежь. Потому что преемственность поколений, правильно, кто у нас должен знать историю нашей и страны, и республики, и вот нашей непосредственно газеты? Конечно же, наше молодое поколение. Поэтому мы привлекли команды именно молодых людей, и прекрасно прошел в ауле Хабес в спорткомплексе ХАТ. А еще не менее важно, я бы сказала, на сегодняшний день, это наша гордость, это то, о чем я не могу сейчас не сказать, хотя еще ни одного интервью не было, наша девочка только-только вернулась, у нас было запланировано восхождение на Эльбрус, Мадина Катаева, Мадина Асланукова, вот, это одна и та же девочка, вот, она взошла на вершину Эльбруса, на высоту 5642 метра, и тем самым отметила юбилей нашей газеты. Люсана, как бы вы себя характеризовали? Вот в чем ваша миссия? К чему вы стремитесь в жизни? Свою миссию, я считаю, заключенной, знаете, в чем? Я хочу быть полезной и своей республике, и своему черкесскому народу, и своей, естественно, газете, в которой я уже проработала более 20 лет. Мне кажется, каждый человек должен заниматься своим делом. Когда ты занимаешься своим любимым делом, вот тогда есть результат, тогда есть успех, тогда у тебя все получается. Как сказал Конфуций, выбери себе работу по душе, и ты ни одного дня не будешь работать. Это обо мне. Меня работа не утомляет. Наоборот, подстегивает, наоборот, дает сил. Наоборот, я стремлюсь все больше и больше развиваться. Вы абсолютно правы в том, что, и я считаю так, женщина, для женщины самое главное, наверное, все-таки это семья, это семейный очаг. И я и в этом преуспела. Да, мне дают силы. Силы мои дети, мой внучок, который сейчас подрастает, их успехи. У меня Вадим профессиональный футболист, вот, играет в Нарте. Вот, Снежана профессиональная волейболистка. Вот, скорее всего, вот я сама в бывшем тоже профессионально занималась спортом. Вот это все, мне кажется, дает силы, их успехи, их удачи. Поэтому я никогда не останавливаюсь на достигнутом. Люсана, еще раз хочу поблагодарить вас за участие в нашей программе. Хочу сказать, от себя добавить, что вы очень открытый, очень позитивный человек. Я желаю вам добра, я желаю вам творческого вдохновения, я желаю вам здоровья. И спасибо, что сегодня вы были гости нашей программы. Спасибо вам. Спасибо огромное. Всем хочется пожелать мира, добра, счастья и благополучия. Еще раз спасибо, Белл.